29-летняя Рита Дакота оказалась в центре внимания публики. 23-летняя Александра Буримова поделилась яркими снимками обнаженной поп-звезды. Исполнительница хита «Цунами весной» приняла участие в провокационной съемке для мужского глянца. Автором фотосессии для журнала «Мэксон» выступила хорошая знакомая певицы. Буримова поделилась редкими кадрами с артисткой, которые ранее были незнакомы ее фанатам. Рита позировала в соблазнительном белье из черной прозрачной ткани. Звезда принимала выгодные позы, показывая свою стройную фигуру со всех сторон. Дакота переоделась в сетчатую водолазку, под которую забыла надеть бюстгальтер. Образ дополнили трусики-стринги и ярко-оранжевые лакированные ботфорты. Певица также снялась обнаженной. Она распустила свои длинные белокурые локоны и прикрыла пикантные части тела красным плащом из лакированной кожи. Рита была смелой, но при этом всегда с головой и неотступной позицией по поводу многих уловок и уговоров редакторов. «Я решила достать архив с этими кадрами и пропустить его по-новому. Такое неоново-размазанное забытье вышло», — указала Буримова. Фотограф и ее модель обменялись любезностями. «Саша Творец», — восхитилась Дакота. «Ты моделец?» — ответила Александра. Рита Дакота огласила своим поклонникам две новости — хорошую и плохую. Блондинку расстроила вынужденная отмена концерта в Сочи. «Простите нас, мы, честное слово, сделали все, что могли и даже больше», — указала певица. Она подчеркнула, что все деньги за билеты будут возвращены в полном объеме. Приятной новостью стал выход клипа к песне «Застрелить», на что Рита не рассчитывала. «Мы сами в шоке», — отметила она, отметив, что над ним ревела вся команда. Рита призналась, что на ее выступлениях люди теряют сознание. Звезда недавно в концертном топе и трусиках искупалась в море. Она кокетливо обнажила грудь на пляже.